Город спит. Ну ладно, что было. Спается игрок номер один. Ну, бывают победные игры, бывают, это, знаете, просыпается, это как... Просыпается игрок номер два. Ты падаешь, но встаешь. Просыпается игрок номер три. После каждого поражения идет просыпается победа. Просыпается игрок номер четыре. И после каждого поражения идет еще один вуз. Просыпается игрок конечном, номер пять. На конечном итоге это закончится, и придут всегда победа. Просыпается игрок номер шесть. Есть же. Есть же. Просыпается игрок номер семь. Просыпается игрок номер восемь. Блин, он плов еще доедет. Просыпается игрок номер девять. Сейчас мне черного дадут. Просыпается игрок номер десять. Город спит. Знал. Просыпается мафия. Дон обозначает себя. У мафии... Есть ровно одна минута, чтобы договориться. Время. Три черная, блядь. Три черная. Ну, бля, ну говорите, ну, блядь, говорите. Типа, когда нет лидера, очень тяжело. Очень тяжело играть. Два черные, типа пятерка. Бля, меня руку вторую не видно, блядь. Будем. Бля, ну обращаешься, типа шестерка это самое спрашиваешь, она не отвечает. Короче, похуй, блядь. Бля, ну шестерка Дон, ему ей, блядь, ломать этого самого. Короче, тяжело. Бля, не хватает опыта, чтобы нормально говорить, конечно. За Фриду прикольно играть, за мафию. Очень тяжело ее. Ну, она нормально играет. Типа на черном, на красном. Помню, большое когда она спасибо, там Соляного в уши всем написала. Комиссар приветствует ведущего замахом руки. Комиссар засыпает. Просыпается город, дамы и господа. Ну, надо потянуть вот эти, потянуть вот эти моменты, когда тебе... Один, ваш минута. Кто это сам? Ну, вот. Невербальные вот эти жесты. Ведущий... Я в этой игре красный. Где микрофон? Как любит говорить Портман. Вообще, на самом деле, это была очень веселая игра, потому что я когда проснулся на договорке, мы просто на место что-то договаривали, там весна что-то показывала, я говорю, весна, забей хуй, будем, блядь, как-то по игре. В общем, мы смеялись всю договорку, и мы не могли понять, кто из нас будет комиссаром, потому что, понятное дело, никто не хотел скрываться комиссаром, ни Гипертокс, ни Весна, ни я, поэтому мы решили играть без комиссара, и спасибо большое, Фил, что избавил нас от скрывания комиссаром. В общем, смотрите, я в этой игре красный, давайте мне каким хотите. Работаем. Выставлять меня не нужно, почему, скажу потом, когда кого-то проверю. По эмоционалу игрок номер 5 мне нравится уже. Игрок номер 6 мне нравится, но я ей никогда не нравлюсь. Я думаю, я у нее уже черный. Пинг как-то поменялся с этой игры. Я уже вижу вот это вот лицо. Когда пинг доволен, значит, он маф. Понимаете? Поэтому я думаю, что 9-й маф. Не знаю, 4-ю не могу прочитать по лицу вообще никак. 3-я вроде улыбается хорошо. 2-й о чем-то думает. Наверное, думает, каким цветом меня дать. Возможно, тоже черный. Большое спасибо. Игрок номер 1. Игрок номер 10. Приятного аппетита. Вас просят выключить одну из нескольких веб-камер, которые включены. Я не разобрался. Игрок номер 2, ваша минута. Игрок номер 1. Мне думать не нужно. Я на втором слоте могу оставить вас сервером, сыграть 2-0 и забыть. Правильно? Зачем мне что-то думать тут? Смотрите, пока я не забыл. Генезис. Тебе еще перед предыдущей игрой передавали привет, какой-то Эго Даймониум, возможно, ты его знаешь, окей? Пока я не забыл, просто ты там начал думать. Ты что, неадекватная, что ли? Далее, то, ну, а тут думать толком не надо. Тут что, игрок номер один сказал пол речи «я красный», потом он сказал, ну, прочитал ему снова всех других игроков, назвал, кто черный, кто красный, он комиссар, он потом всех проверит, выставлять его не нужно, поэтому не буду его выставлять.
Вот, так, а что я думаю по игре? Юра сказал, пускай опять победит мафию. Я, например, не хочу, я вот на мирной карте хочу победить наконец-то на этом столе Вербая. Поэтому, гайз, всем хорошего настроения, пожалуйста, скажите хорошие речи, красные игроки, давайте мы найдемся, сыграем с вами, выведем черных, и мы выиграем. Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер два, игрок номер три, ваша минута. Да, очень хорошая игра была, Артур, прям самая прекрасная. У меня даже ник просто, хочу проверять. Я просто мечтала сыграть на комиссаре, потому что он мне так редко попадается, прям супер редко попадается. Ебать, блядь! Просто берет меня, уводит попил. На мирном, блядь. Короче, не знаю, я немножко птичь из-за этого, но я вроде потихоньку... Бля, на мирном, блядь. Игрок номер один поговорил хорошо, по-красному, хотя он в предыдущей игре поговорил для меня по-красному. Вот. Ну, сейчас, я думаю... Бля, заебал этот фон, блядь. Полу там сказал, вот. Поэтому я с ним поиграю. Игрок номер два тоже поговорил довольно неплохо. Поиграл с игроком номер один. С ним я тоже поиграю. Вот. Что? А, я поняла. Ладно, хорошо. Все, спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер три, игрок номер четыре, ваш минута. Блин, вот если честно, я немного не разобралась из-за того, что игрок номер два, ну, практически не поговорил по первому игроку, просто сказал, что он серый. Не знаю, ну, хорошо, пусть игроки 1-2 побудут чуть-чуть покраснее, чем игрок номер три. Просто понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что первый открыл... Ну, то есть, вот до комиссарской заявки мне не очень понравилось, потому что он начал с договорки, как бы откуда у вас такие мысли за мирную карту, хороший вопрос. Вот. Но карта, тихо-тихо, я тебе даю шанс быть красным, все. Игрок номер два переоткрыл стол по факту. Ну, вот по факту. Он не рассуждал всю свою минуту о речи первого игрока. Я думаю, что, скорее всего, из-за этого 1-2 это не двойка, потому что, скорее всего, если бы 1-2 были бы вместе черными, то второй бы сказал бы четкую позицию по 1. Вот. Третий просто сказал, что 1-2 краснее, ну, типа, бля, это не факт. Красному. Типа, не факт. Бывает, что смотрите, когда по нулевке мафы отличаются, может, мы играли типа 1-2-3. 1-2. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Ну, смотри, по игре 1-2-3, поправка на одного. Вот что я думаю. Я думаю, что там чё, не будет. Блядь. Все, спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 4, игрок номер 5. Ваша минута. Выставляю 4. Это вообще что было сейчас, соло? Ты говоришь. Блядь, 4 походу меня отыгрывают просто как цвета, я. Типа, ладно, мне кажется, 2-3, 2 красный бетон, ладно. Играю с ним пока типа до конца. 3, мне кажется, красное. 1 цвет не знаю, может быть, комиссар. Вот, все. Теперь игрок номер 4. Ты говоришь, начинаешь говорить, что ты не знаешь 1-2 какие цвета, даже их покраснее, 3 у тебя самое черное, потом ты говоришь про игрок номер 2, что не сказал ничего про игрок номер 2, который сказал много про игрок номер 1, на самом деле, в своей речи, что он там говорил, то, что он там сказал про комиссарство игрок номер 1, типа он сказал, что он там... В общем, у него было секунд 25, чтобы игрок номер 1. Вот. Ты сказал покраснее, ты сказал, что не будет покраснее. Это то, что ты сказал. Он доверился всех в команду, и через двойку типа 1-3. Короче, 4 у меня вот по всем... То, что ты сказал, ты у меня черная, я тебя выставляю и... Объясни цвета, можно... 2-3 красные, пожалуйста. Бля, вообще, ты типа, сказала, команда может быть... Почему они красные? Один серый, два сказал абсолютно правильно, еще не взял первого и вообще, в принципе, говорил по эмоционалу ровно и по-красному. Поэтому я считаю, что он красный. Можно закинуть, знаете что? Я не сделал ничего с речи черного, вот, и я показал, что он искренний, при этом, типа, если бы они были вместе черные, и вообще, на черном можно покраснить первого, типа, из этого в команду, это будет просто спокойно. Бля, считал мне обосраться, бля. Это привлекает к себе внимание. Плохо, что на 10-м слоте говорил. Скорее всего, не будет, в моем понимании. Вот, 3 бы говорил искренне, я не видел ничего вне черного. Вот, 2-3 красные, 4 пока у меня самое черное. Вот, во всех командах, типа, огромную себе команду. Спасибо, игрок номер 5, игрок номер 6. 2-3 красные, 4 черные. А подождите, можно вопрос? А Фрида у всех зависла? Нет. Перезадите, игрок номер 7. Перезади. Нет, это Фриди, наверное, надо у Весны тоже. Так, у меня все видят, кроме тебя, игрок номер 7. Игрок номер 7, призовите, пожалуйста. Нужно продавать. Господа, у нас не балаган сейчас. Игрок номер 7 перезаходит, и мы переставляем его и стартуем говорить. Правильно? Шикарно. Игрок номер 6, ваша минута. Извините, дайте пару секунд, конечно. Поставлю. Ладно, для меня, я хочу, знаете, что сказать? Смотрите, типа единица прям показывает на своей речи, показывает на речи пятерки, на речи четверки, что четверка черная, правильно? Вот, при этом четверка говорит, что двойка серая, тройка красная. Да, короче, пятерка говорит, что тройка красная. Думаю, что тройка красная. Намного лучше, чем свою предыдущую речь, потому что он никогда не понравился ни по нулевке, ни по единице. Сейчас у него другой эмоционал, и я его даю чуть ближе к красному, поэтому с единицей я готова играть.
Двойка поговорил неплохо, но не взял единицу, которая сказала намного лучше, чем на прошлой игре. Ну, это не делает вас никаким, просто вы серые. Ебала. Для меня по позиции странно, что вы с ним не заиграли. Поэтому двоечка. Я вас не топлю, послушаю вас дальше. Главное, пока не забыть мою охуенную мысль. Оставлю. Троечка поиграла и 1-2, правильно же? В принципе, это неплохо, потому что я бы тоже двойку с далекими скобками взяла, и вы мне понравились, осторожно с вами сыграю. Четверка сказала о том, что она не послушала речи других и не совсем разобралась, но зато потом разложила стол сначала по одному, потом по другому, поэтому претензии игрока номер 5 в адрес четверки мне понятны. И, ну, либо Генезис решил очень жестко купить. Продаем своих. В игрока номер 4 за его слабую речь. Либо же у вас действительно слабая речь, вы поговорили по-черному. Поэтому я присмотрюсь к четверке и пятерке, где для меня пятерка более красная, потому что пятерка, ее мысли совпадают с моими. Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 6. Она говорит, 7, блядь. Ваша минута. Блядь, что она говорит? Поплавная так, такая. Генезис, ты просто, с кем поиграл-то? Блядь. Два, три, три, думаешь, больше красная? Ну ладно, окей. Ну смотри, мне просто Картман понравился, как поговорил, двойку. Я не посчитал прям таким черным, ну в смысле, или там ближе к черному. Он поговорил, но мне меньше понравилось, как он поговорил, чем Картман. Тройка поиграла 1-2 с ее позиции, да, это можно. Мне четверка тоже не понравилась, и Генезис привел аргументы, я тоже самое хотел сказать. Она вроде сказала, покопалась в 1-2, попыталась там черного найти, сказала 3 самые черные, в итоге взяла всех троих. Вот, мне поэтому Генезис понравился, как поговорил, но он взял двойку. А двойку я бы пока не взял, я бы взял единичку. Мне понравилось, как Фрида поговорил. А Фрида, ты с кем поиграла? 1-3. Ну, тройка, видишь, двойку берет. Ой, блядь, это пиздец. Ладно, я думаю, да, можно... Ну, я поиграю 1-6-7, на самом деле. Я не знаю, тройка взяла двойку. Не 4, ну 5, это видишь, он 5 двойку берет. Мне из-за этого не нравится. Я думаю, 4-5 мафа. Есть версия, где 4, может быть, и нормально поговорила, а Генезис просто втопил за ее, типа, слабую речь. Большое спасибо, игрок номер 7, игрок номер 8. Ваша минута. Доброе утро, город. Но пока для меня между 4 и 5 точно разноцвет. Я пока туда лезть не буду, ни в паровозы никуда садиться, потому что там у меня один маф точно сидит, где 5 втопил за позицию 4, где 4 сыграла слабо, а 5 на этом может просто выезжать как маф. Между 4 и 5 у меня пока один маф, я не буду там играть. 1-2-3, для меня 3 пока была серая, пока не начали разговаривать как раз 4-5, и началась вот эта вот волокита. У меня 3 была серая, ближе даже к черному, из-за того, что она начала путать речи, где 2 показал и не переспрашивала, что он не играет с первым. Он как бы его считает таким сереньким первым, но он не играет. То есть безопасно, в принципе, нормальная позиция. Вы берете 1-2, то есть этой команды нет. Но дальше то, что происходило, для меня 3 как раз серая, уже ближе к красному. Поэтому я бы безопасно, скорее всего, сыграла 6-1-3. Я бы, наверное, сыграла безопасно, даже знаете, в какой команде. 3 мне не понравилось за то, что взяла 1-2. Поэтому я возьму... У меня первая останется пока серым, который не говорил свою позицию. У меня пока я возьму 2. И остальных я не могу просто взять, я сыграю просто 2-0 по позиции, остальных не могу. 4-5 у меня это, 3 серая ближе к красному, 6 я просто сыграл 1-3 по позиции, не могу ее взять, и 7 сыграл с 1-6 просто, ну вообще другие команды. Поэтому безопасно сыграю 2. Где он не взял 1, у меня первый серый, но я между 4-5... Большое спасибо, игрок номер 8, игрок номер 9, ваша минута. 5-2 играют вместе, восьмерка. Когда игроки повторяют, кто с кем поиграл, играет, это чтобы самим пятерка, не забыть или чтобы показаться, ну я типа следил за игрой. Смотрите, очень классный тандем 5-9, мне очень понравился. Я вас, пожалуйста, прошу, оставьте двоечку за столом. Это раз, потому что она чуть-чуть краснее, чем первый. Предъява первая, это была провокация по поводу того, что я типа такой веселый, значит, я вполне может быть маф. Но это была простейшая провокация. Проблема заключается в том, я смотрю вот сейчас, мне нравится, вот команда, смотрите, 6-7, это уже у нас два лагеря четких есть. Но когда Гипертокс говорит, 6, что шестерка 8, взял 2-3, ну, типа, тройку, а тройка поиграла типа 1-2, не факт, что изменится. Это все-таки, ну, как бы, как можно свободно поиграть 1-2, не зная, кто они такие, потому что это начальник. Но это очень интересная аргументация, которая добавляет интеллектуальности в речь. Значит, смотрите, господа, я пока играю только 5-2, только 5-2. И пристально смотрю, как на это реагирует четверка. Потому что у меня есть интересное подозрение. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 9, игрок номер 10. Ваша минута. Так, короче, скажу, что я вообще заметил. Значит, смотрите, на речи четверки, мне речь четверки не понравилась, но когда говорил четверка, говорила пятерка, единица показывает, что типа четверка черная. То же самое показывает и пятерка. Из чего я сделал вывод, что 1-5 могут играть в команде. В какой они команде, я не знаю, но они могут быть как красные, так и черные. Пятерка при этом окраснеет двойку девятка сейчас. Тройку окрасняет, если я не ошибаюсь, то шестерка. И типа, и, по-моему, возможно семерка. Мне как весна поговорила, мне вообще не понравилось.
понравилось, если честно. Ну, короче, я для себя сделал вывод, что 1.5 мог быть в команде. В команде либо красных, либо черных. Плюс еще туда добавилась еще и девятка. Для меня, на самом деле, максимальный игрок красный за столом тройка, а двойка получается вообще по остатку. То есть, короче, тройка почему для меня красная? Потому что, типа, шестерка ее окрасняет. И при этом также и четверка играет, типа, в команде, по-моему, 1-2-3, если я не ошибаюсь. Правильно? Правильно. Вот. И тоже окрасняет, типа, тройка. Пятерка... Не сказать, что она негативно, типа, настроена по отношению к тройке. То есть, на мой взгляд, тройка здесь вообще красно сидит за столом, двойка ее окрасняет, ну, я уже повторился, типа, 1-5-9. То есть, пока что это для меня одна команда, она может быть как красная, так вторая команда может быть, типа, 6-7. Вообще, если честно, 6-7-8, мне там двойка команд. Господа, выставлен только игрок номер 4, город уходит ночь. Бля, короче, очень сложно, блядь, сказать, пиздец, очень сложно сказать, выразить свою мысль, стараюсь сказать быстро, но получается опять хуйня. Потому что 10-й слот, очень сложно сказать. Посыпается очень сложно мафия. Сказать. Очень сложно сказать. Очень сложно сказать. Чем? Мафия засыпает. Ну, единицу, блядь. Бля, вообще мне показалось, что, возможно, комиссар. Пинг показывает на единицу. Он уверен, что единица комиссар. Просыпается комиссар. А вот мне кажется, что комиссар между 7 и 8. Я не знаю почему. Мне кажется, что комиссар между 7 и 8. Комиссар засыпает. Не знаю. Просыпается город, дамы и господа. Просыпается с нуля, город. С нуля, хуй знает. Георг номер один, ваша минута. Да, я комиссар, я проверил 4, она ебать. черная. Да откатывай, красный. Черная. Короче, смотрите, я не комиссар. Полугрок. Я не знаю, я не комиссар. Я подумал, что 10-й скорее красный. Я подумал, 2-3 скорее красный. Даже не так. Я думаю, может, и 8-я красная на самом деле. Я не знаю, Фил, почему тебе не понравилось, когда она поговорила. Ну, типа, она сказала, что в 4-5 есть маф, и в 6-7 есть маф. Я с ней, в принципе, согласен. Мне не понравилось, как Фрида поговорил. Мне не понравилось, как четвертый игрок поговорил. Мне не понравилось, что 5-й выставил 4-го очень агрессивно. И мне не понравилась позиция Гипертокса, что он взял 1-6-7. Тоже мне не нравится такая команда. Я думаю, 2-3 скорее красный. Я думаю, пинг черный. Я просил его на проверку, потому что мне не понравилось, как он поговорил этот раунд. Поэтому, не знаю, даже кого вам завещать красного, чтобы он рулил этим столом. Ну, давайте пусть будет, я не знаю, Свят. Давай ты побудешь красным в этой игре пока. По крайней мере, пока. Раз тебя все окраснели, все скажут, что ты красный, ты тогда будешь рулить этим столом. Сам я не комиссар. Комиссар еще сидит. Спасибо, пас. А, лучший ход у меня. Давайте. Без аналитики. 4-6-9. 4-6-9. Наречие игрока номер один за жестикуляцию до лучшего хода получили фолы игроки 4 и 8. Игрок номер 4 получил еще один фол за выкрик. Игрок номер 2, ваша минута. Бать, сюда выкрик. Смотрите, какая у нас ситуация на столе. У нас игрок номер 5 активно топит четверку. При этом игроки 9-10 спокойно присасываются к этому мнению. Среди 9-10 сидит один. Мне не понравились игроки ни 6, ни 7, причем оба. Игрок номер 6 говорит, я играю 1-3, при этом тройка играет с двойкой, при этом вот она вопрос, топит немножко пятого, при этом пятый топит четверку, я четверка говорил. Берет команду двойку. Вы если играете 1-3, вы должны были заиграть с двойкой вот так бетонно. После этого игрок 7 говорит, я играю 1-6 и выкидывает и 2, и 3 вместе. И 2, и 3 вместе. Что это такое игрок номер 7? После этого игрок номер 10 говорит, я рисую команду 1-5, могут быть вместе. 1-5 не могут быть вместе. Могли быть. Игрок красный. Ну да, но сейчас... круг я играю только с игроком номер 5. Я послушаю, что он хочет. Игрок номер 5, кого бы вы хотите увидеть? Как думаете? Я четвертый просто не посчитал, такой черный, как 6-7. Я готов 6 увести вперед, 4 или там 7 увести. Я готов 7 увести, просто 7 дает поплаву полнейшую. При этом я не считаю его игроком красным. Спасибо, игрок номер 2, игрок номер 3. Вошли. Так, ну я выставляю игрока номер 4.
Вот. Мне не понравилось ни ее речь, не понравилось, вот когда Картман проснулся и сказал, что 4 черные, она очень плохо отреагировала. Мне кажется, 4 мав сидит. Вот, минус 6-7, ну не знаю, Свят, я с тобой поиграю пока. Минус 6-7, не знаю. Если рассматривать между 6-7, ой, то блядь, ближе черная, наверное, шестерка. Вот, 4-5 рисую разноцвет, где 5 ближе к красному. 8, вот 8 для меня железно-красная, потому что она безопасно поиграла только с 2. Вот, она не могла поиграть, ну, типа, с другими по позиции своей. Она поиграла, потому что весь стол какие-то очень супер странные команды рисовала, и она безопасно поиграла только с 2. Мне кажется, 8 красных. Как вы заебали лайки? Пинг, да, пинг подозрительный, супер подозрительный вот для меня сейчас сидит. Вот, если рисовать тройку, то тогда 4-6-9, вот как-то вот так вот. Либо 4-7-9, как-то супер странно. Вот, все, выставляю игрока номер 4, спасибо, пас. Тебе игрок номер 3, игрок номер 4, у вас 3 фола, у вас нет речи, вы хотите выставить кого-то? Выставление игрока номер 3 принято. На первом раунде первый фол, что второй фол забыли, третий фол, шестикуляция. Бля, такой пиздец творится. Типа, видите, речами все забыты. Для меня, игрок номер 3, 4 окраснилась, потому что она уверенно сказала «откатывай». Это очень окраснило ее, поэтому теперь я не знаю. Игрок номер 2 показался мне красным, говорит, что он красный, его заиграл игрок номер 8 одна, поэтому 8 тоже красная. Вот. Игрок номер 6 заиграл большую команду, 7 очень прикольно выкинул 3, хотя 6 заиграла его. 2 въезжает в 7. Вот. Игрок номер 10, пока у вас самая слабая позиция, понимаете? Потому что, собственно, знаю я красный. Я 10-й, потому что, ну как мне, блядь? Представляешь, 2 команды, 1-5. Но при этом он сказал, что мы можем вести красными, поэтому потенциально он не гарантированно черный. Игрок номер 9 пытается пока что, мне кажется, он покупает мою руку, но я не уверен, потому что игрок номер 9. Для меня почернее вот сейчас 3 самые, я буду оставить двумя руками и ногой одной. Вот. У меня 2 ноги, если что, просто не так уверенно. Вот. И просто прикол реально в том, что 6-7, кто почернее? Наверное, почернее реально 6, но не с 4 точно. 4 выпался команд. Мафия бы пытался краснить, типа я в нее въехал, и прямо все такие уютненько такие дропнули, поэтому она скорее красная, потому что мафия бы заиграла бы, въехал бы в меня, потому что я такой агрессивный. Что сделал только игрок номер 6? Только игрок номер 6 сделал вот так вот. Поэтому у меня 3 пока вместе черная, 3 пока буду искать. Спасибо, класс. Большое спасибо, игрок номер 5, игрок номер 6. Ой, блядь. Игрок номер 6, но вы сейчас немножко переврали мою речь. Я сказала, игрок что 5, вы агрессивно въехали в игрока номер 4. Но мне сама, тоже не понравился игрок номер 4. Говорит, что... Но я не знаю, кто из вас кто. Я просто сказала, что я посмотрю. Но это ладно. Вы красный игрок, с вами я играю, я вас я слушаю. Игрок номер 2. Я говорила то, что я за большими скобками... Вы для меня не поговорили по-черному, я за большими скобками вас оставляю. И... Сейчас я готова с вами играть и вас слушать, и все, то есть если четверочка посидит, то пусть посидит, послушаем дальше, что будет. Вот, что касается других игроков, мне на самом деле показалось, что позиция, вот всех похвалили игрока номер 8 за позицию 8-2, мне показалось, это наоборот немножко странная позиция, мне бы хотелось побольше послушать о том, с кем вы хотите поиграть дальше. Среди игроков 9-10 для меня более по-красному поговорил игрок номер... Спасибо, 10. Игрок номер 6. Игрок номер 7, ваша минута. Так, ну смотрите, 8 мне взяла пятерку, потому что она сказала 4-5, и у нее там кто-то черный сидит, поэтому с 8 поиграю, с 4 поиграю, с 5 поиграю пока что. 3-6, но 3 она сказала, что 6 у нее более подозрительный. Я объяснил, почему я тройку выкинул. Мне не понравилась тройка. Поэтому я... шестеркой поиграл, я сказал, мне тройка не нравится. Вот и все. Поэтому я и двойку не взял. Я имел право на такую позицию. Мне десятка, в принципе, понравился, как он говорил именно. Вот сама подача. Мне понравилась. Но он потом что-то сказал, что команда 1-5-9. Ну, 2-5-9 тут более очевидно. Фил, я не знаю, ты либо оговорился, либо ты сейчас поговоришь. Нет. 9 поиграл 2-5-9. Ну, короче, 3-6, двойку, я думаю. Покупают руку, блядь. 3-6, где 3 расходятся с шестеркой немного. Типа, говорит, что 6-7 там мав, шестерочка у нее, наверное, почернее. 3-6 пока самое явное. Я не знаю насчет 9-10. Надо пинка и десятку слушать. Надо шериф, чтобы вскрылся на следующий и сказал проверки свои. Так сложно. Поиграю 4-5-8. 2 в меня втапливает. Вот. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 7. Игрок номер 8. Ваша минута.
Так, ну сейчас, когда я поговорила седьмой, у меня немножко поменялись мысли. У меня было, типа, 2-5 красные, 4 пока отстаем, типа, 3 снимаем, между 6, 7, 9, 10 разбираемся. Смотрите, седьмой, ну, типа, присосался ко всем, типа, вроде... Пока у меня серый ближе к красному. Смотрите, мы сейчас снимаем игрока номер 3, который показывает вообще 3 в 3. У нас 9 человек, у нас 3 в 3 не будет. Мы в следующий раз обязательно скроется комиссар, и мы 3 в 3 точно проиграем. Бля, ебать там хана в тильте, блядь. Черный, по математике мы точно ебать не проиграем. Ебать там у ханы тильт. Вот, поэтому мы сейчас снимаем за слабую позицию игрока номер 3. Бля, ебать она там в тильте, ебать. Ехала за столом, которая ехала за меня. Бля, смотрите на нее, бля, ебать. Почти самая красная позиция за столом. Бля, мне жалко, мне вообще жалко, на самом деле, когда человек так расстраивается. Я могу угорать, но угорать не могу до определенного предела, пока человек, ну, типа, реально видно искренне, что, типа, ну, там, пиздец. У меня между 6-7 сидела от 1 до 2 мафов вообще. Сейчас сидит один маф, если честно. Седьмой более красный у меня. Между 9-10 разбиралась. Либо один, либо 2 мафа тоже. Ну, если у меня 2-5 красные, 4 пока отстаем, 3 снимаем, типа. 3-6-9, либо 3-6-10. Ну, типа, либо если 3-3 красное. Смотрите, в этой ситуации, третий, блядь, типа, третий, мы все равно у нас есть третий красный. Поэтому третий красный, блядь, железно, блядь, третий красный, железно, блядь. 8, посмотрите 6, на нее, блядь. 9, ваша минута. Доброе утро, город. Я комиссар. Четверка остается, потому что она проверенный красный. Я думаю, это всем понятно. Окей? Окей? Вот. Надеюсь, это было логично, чтобы никто. А вот смотрите, вот такой вот интересный прикол. Между тройкой и семеркой кто краснее для стола? Вот, покажите мне, пожалуйста, на цифрах. Семерочка краснее? Краснее. Кто краснее? Тройка или семерка краснее? Как вы голосовать? Кто выставил на голосование, скажите, пожалуйста? На данный момент выставлены игроки 4, 3, 6. Я выставляю игрока номер 7 на голосование. Принято. Пятерка, скажите, пожалуйста, кто для вас семерка? Красный. Ну, я таки предполагал. Очень интересно. Но у нас не сходятся мои сладки. Тогда получается я черный. Тогда получается я не черный. Мыло? Аль, что Пинка вообще говорит, блядь? Есть тройку? Я завещанный я красный. Говорю, спасибо. Большое спасибо, игрок номер 9, игрок номер 2, фол, игрок номер 10, ваша минута. Игрок номер 9, микрофон. Ну, выставляйте тогда меня, и я уйду вместе с тройкой, и мы уходим, и мы снова начинаем новую игру. Видите реакцию тройки? Вы посмотрите, кто-нибудь видел на реакцию тройки? Она, блядь, тройка сидит красная. Либо вы либо выгоняем либо шестерку, либо семерку. Она готова, блядь, сейчас заплакать. Это типа, это не увидела восьмерку. Да нет, да это нет, нихуя. Да она красная. Я вам серьезно говорю, это, блядь, красная. Под мою ответственность, блядь, оставьте. Я вам говорю, блядь, красная. Да она, блядь, сейчас. Она сейчас вскроется. Да я вам серьезно говорю, блядь. Да я серьезно говорю, блядь. Типа, тройка красная. Да я уверен, что она красная, блядь. Типа, блядь, она. Я согласен, что у нее хуевая речь, но я вижу по ее эмоционалу, что она красная. Если я был бы мафом, я так не впрягался бы. Я бы продал бы своего мафа вообще к хуям собачьим. Просто я первый раз впрягаюсь за хану, потому что я вижу ее эмоционал, что она красная, блядь. Почему вы так все уверены? Типа, уверены, типа, и двойка, и пятерка, и восьмерка. Я бы лучше выгнал семерку за ее неубедительную команду в предыдущий ход. И выгнал бы шестерку, нежели чем сейчас выгонял тройку. Я выставляю игрока под номером 7, выставляю игрока под номером 6. Спасибо, пас. Поддержано. Большое спасибо, игрок номер 10. Господа, суд! Играем жестикуляцию. На данный момент выставлены следующие игроки. Подомирай. Я только зря шестерку выставил. 4, 3, 6, 7. Пожалуйста, ставьте руки четко до того, как я буду шестерку зря выставил. А в слове 2. Докиды не принимаются. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 4? Раз, два. Ноль голосов. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 3? Раз, два. Два голоса. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 6? Раз, два, четыре голоса. Оставшиеся 4 голоса идут в игрока номер 7. Игрок номер 6 и игрок номер 7. У вас перестрел. А, нет, извиняюсь, 3 голоса игрока номер 7. Я долбоеб. Игрок номер 6 вас выгнали. Блять. Но вы выводите красного игрока. И типа то, что десятка так сильно впрягся за тройку, говорит только о том, что это, видимо, двойка сидит там. Кто третий, я... Ну, есть вообще у меня догадка, кто может быть третий. Третий, скорее всего, на игрок номер 9. Типа, просто я хочу купить, типа, потому 3, что... 3-9-10. Потому что я хочу потому купить что шестерку. Типа, я ухожу красным игроком, пятерку. Пытались затопить и 6, и 7. Типа... Восьмерка, простите, может, я ошиблась. Но мне просто не кажется, что это очень красная позиция. Я сначала думала, что вы комиссар. Потом я увидела у нас...
немножко другую позицию. Блядь, я думал, что шестерка выставила. Поэтому я сказала, что мне ваша позиция не понравилась. Неужели я шестерку выставил? Я не думаю, что вы черный игрок. Я бы сказала, что блядь, если я выставил шестерку, то это... Вот, я думаю, что сейчас шестерку... Будет пиздец, какой провал. Вы вывели красного игрока. Я думаю, что 3-9-10 мафы. Спасибо, пас. Большое спасибо. Игрок номер 6. Бля. В городе ночь. Просто смотрите, чат, по-моему, шестерка была выставлена. Если я выставил шестерку, то это провал. Ну, блядь, это плохо. Просыпается мафия. Да-да-да. Мафия засыпает, просыпается дон игры. Бля, реально, такое ещё, просто мне это показалось, что типа пятерка выставляла шестерку. Я типа сказал 6-7, потому что я типа думал в них, и по нулевке, мне тоже, что типа мне за 6-7-8 я рисовал двух мафов. Бля, будет плохо, если я выставил шестерку, блядь. Просыпается комиссар. На 10-м слоте очень чё-то просто сложно. Ты типа сидишь, чекаешь. Комиссар засыпает. Меня сейчас проверят. Просыпается. Комиссар скроется, скажет, покажет, что я типа черный. Дамы и господа. Кстати, Пинк не сказал свою черную проверку. Игрок номер 2. Ваша минута. Я комиссар, 9 улетает, смотри, 4-5 проверенные красные. Смотрите, 5 я провел первую ночь, жестикулирую. Смотри, 4, тебя 9 дает красное. От чего? Почему? Это, ну, Пинк не настолько опытный мафии, чтобы просто он мог замазать просто так. Это было такое замазать. Смотрите, я объясняю. Игроков 4-5-8 защищаю. Сори, 4-5-8 завещаю красными. Смотрите, непонятен игрок номер 7, который сейчас поменялся. Смотри, Фил, игрок номер 3 черный. Нет. Игрок номер 3 черный в этой игре. Нет. Я хотел проверить десятку сейчас. Хотел проверить десятку, если бы девятый сказал. Смотрите, убирайте точно девятого мне в противовес. Точно в противовес. Я считал тройку, ну, после нулевки я посчитал какой-то 3-6-7-9 тройка. Смотрите, девятый игрок это не комиссар, девятый уходит. 4-5-8 завещаю красными. 10 Володу, скорее. Ты, походу, не понял, что я тебя покрывал? Фул игрок номер 9? Не, не понял. Жаль, на доне можно найти ночь, а потом покрыть. Правда, Пинк? Ой, смотрите. 4-5-8 оставляю красный. Смотрите, 9 уберите, потом 3. Потом 7-10 разберитесь. Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 2. Игрок номер 3. Ваша минута. Да почему я у вас всех черные, я не пойму. По какой причине? Пинк, кого ты проверил? Или ты на своей речи скажешь? На своей речи скажешь? Я просто не видела. А, ты не комиссар, ты фейковал? 4-5 красные, ладно, с ними игра. Я вообще думала, 4-5 5 мне сидел черный. Вот, фейковал? Ну смотрите, 6-7. Да, двойка, как комиссар. Как ты рисуешь команду? 3-6. Двойка, комиссар. Как и он рисуешь эту команду? И типа больше если никто не вскрывается. Если я сказал, что 6-7 разноцвет, если сказал, при этом что 6-7 разноцвет, один откатил комиссарство, Пинк откатил комиссарство. А у меня она была черная. А кому тогда верить? Как это, двойки выводить на девятку? Красная, и в противовес потом выводить четверку либо пятерку? 7 черная выставляет игрока номер 7. Спасибо, пас. 7 принят, большое спасибо. Игрок номер 3. Игрок номер 4. Ваша минута. Генезис, не убирай, пожалуйста. Еще посиди, подумай. Короче, смотрите, почему 3 черные? Потому что какие 6, 7, 8, 9, 10 у них у всех расходится по позиция по игрокам 1, 2, 3 еще на прошлый круг. Все не говорят, что 1, 2, 3 это 3 красных. То есть у них расходятся позиции. Соответственно, 6, 7, 8, 9, 10, даже если там тройка, там есть красные игроки. Значит, 1, 2, 3 точно один мав, где 1, 2 типа красные, 3 черные. Все, выставляю игрока номер 3. Я не просто 4-5 обе проверки. Че за хуйня, да ты че, блядь? Пятерка в ахуе вообще, блядь. Пятерка реально в ахуе. Смотрите, Генезис, короче. Смотри, сейчас уходит точно 3 на этот круг. У нас что получается? Может ли 10-й... Просто смысл 10-му, если он черный, если он черный, если с 3, типа, так... Десятка, ок. Третий, блядь, ок. Я говорю, железно, блядь. Нет, 3... Железно, блядь. Ну хорошо, хорошо. А кто тогда черный? Ну-ка, 10-й игрок. А кто тогда черный? Кто у вас черный? Ну-ка, быстро. 7, 9. Черная команда. Да нет, блядь! Я показал не тот палец. Игрок номер 4, игрок номер 10, фол. Игрок номер 5, ваша минута. Проверки 4-5. Это ладно, мы это оставим. Ладно, где я? Хорошо. Хорошо. Выставляю 3.
Дальше Держи. Думаем. Смотрите. Черная 8. Ну, если 8 играет так на черном, то пусть выигрывает ТБХ. Я, наверное, если поставлю в него руку только на угадайке с кем-то уровня, да не знаю с кем. Вот. 4. А ты зачем скрывалась с комиссаром? Можно вопрос? То есть, не фали, я понял. Ну, короче, я не уверен. 9, мне кажется... 9 считаю, что 7... я сказал, что 7 красный, 9 считаю, что 7 черный. Хорошо, блин. Ну, 2 оставил красными 4, 5, 8. 7, 8, 10. Где сейчас 10 будет так кричать, как раснятся. Вот, поэтому... Внутри уходит так или иначе, на этот раунд у нас все просто. Послушаю 7-9 там просто шоумен уровня 120, вот, там тяжело понять. Но я думаю, что пока у меня команда 3-7-9 или 3-9-10, где у меня 3-9 пока точно черная, там буду разбираться. Спасибо, Игорь. Ну вот я и не взял по налевке тройку, потому что она мне не понравилась, она мафом сидит. Фил, за восьмерку ручается двойка, четверка, пятерка и я. Как может быть восьмерка черная, а двойка на завещании говорит восьмерка красная? Да я сказал то, что я перепутал, блядь, вы эти самые, показывал, пальцы перепутал. Ну сколько можно говорить, блядь? Фолл-группа. Понимаю. Вот. Это очень клевая история. Но тут есть версия, смотрите, двойка реально по, ну, после налево он на единичке пятерку звал, показывал ему пятерку, больше всего маяковал пятерки, поэтому в двойке, ну, в комиссарство двойки я больше верю. Девятка, вопрос ли прикрывал ли двойку или нет, вот тут вопрос. Но девятка в меня топит и десятка в меня топит. Я думаю, надо три водить, 9-10 по очереди. Как у тебя пришли команды? 9-10 по очереди, что, еблан, что ли? Шестерка поиграла с тобой, ой, потом вы расходитесь. И шестерка выкидывает руку в тебя. Ну, типа... Бля, сейчас главное опять не обосраться на своей речи. Короче, играю. 4, 8, 5, 9, 10. Надо слушать. 3 выводим. Выставляю игрока под номером 3. Большое спасибо. Игрок номер 7, игрок номер 8. Ваша минута. Ну, 3 у нас получается черный. Где у нас шестая черная уходила, заиграла 1-3, типа, у третьей была поплавная речь. Вот, поэтому я бы разбирала, смотрите, либо десятка так дефает тройку свою черную, типа, вы чуть забыли про шестерку, как-то вот 4 мафа получилось. Если девятый якобы, типа, дефал, не дефал, я не верю в комиссарство и думаю, что, скорее всего, девятка здесь черный, девятка сейчас уходит, я думаю, скорее всего, по очереди. Смотрите, у нас играет против семерки 3, 9 и 10. Ну, типа, ну, шестерка, я не помню, что она там говорила, вроде как с ним, непонятно, там как-то по-серому говорила. 3, 9 и 10 играют против 7. С кем 7 черный? С 4, 5 проверка или со мной, которая сыграла позиции красного игрока, сыграла 2-0 вообще, ну, 2-8 просто сыграла. Не, восьмерку окей, восьмерку окей, восьмерку окей, блядь. Потом сказала, что 4, 5 скорее красные, 5 красные, 4 пока останем, 3 с ними. Ну, типа, я здесь не могу быть черной, я 7-го просто не с кем рисовать черным. Поэтому у меня либо 3-6-9, либо 3-6-10, ой, 9 обязательно подойдет, 6-9, наверное, 3, или 6-9. Ну, короче, 10 минут. Спасибо, игрок номер 8, игрок номер 9, ваша минута. Доброе утро, город. Я в своей речи изначально говорю, четверка посидит, потому что я понимаю, что двойка маникует, что четверка красная. Для меня двойка является комиссаром, после чего я на следующий круг... Ну, то есть я говорю, что... Он говорит, что тогда он говорит, сидит, что он черный. Видно. Он только что сказал, я думаю, что типа девятка тогда черный. И это было он очевидно, что только я что сказал. У меня сразу была картина, то, что двоечка комиссар. Я не топлю в семерку, мой сладкий Артемушка. Просто я у пятерки, как своего бля, игрока, ебать, пятерка ваху, он проснулся. Кто для тебя то есть Пинк сейчас проснулся и говорит открытыми словами, что я черный, я потому что я верю комиссару. А комиссар сделал проверку в девятку. Восьмерка и под подозрением для всего стола 3-7. И хочешь, не хочешь, кто-то из них будет уходить. Понимаешь? И поэтому у меня могут не сходиться аргументы с пятеркой, но если я с ним играю, я вкину в руку в тройку, понимаешь? Фу! Потому что она даже по завещанию. Комиссара должна... Фу! Понимаешь? В этом-то весь и прикол. Но проблема в том, если у нас... То есть какая у нас команда? Ваша минута. Так, ну девятый игрок открыто сейчас сказал, что типа я верю комиссарству, хотя двойка проверил девятку, и двойка при этом сказал, что девятка черная. При этом для меня красные игроки 5 и 8, семерку не рисуют никуда, хотя для меня семерка черная. Почти для всего стола типа шестерка черная. Если вы сейчас уводите тройку...
После этого уводите меня. У вас игра должна закончиться. Должна закончиться. Но она, прикол в том, что не закончится. И тогда вы выводите четверку, потом вы выводите семерку, хотя буду, потом я буду топиться за семерку. Если вы сейчас говорите, что хоть тройка, потом вы выводите меня. Я готов буду уйти. Я уйду. Но игра не закончится. Тогда вы выводите из другой команды четверку, после этого выводите семерку. А игра не закончится, потому что я красный. Я дефаю тройку, потому что я уверен, что она красная. Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 10. Господа, суд, минимизируйте всю жестикуляцию на данный момент. Выставленные игроки под номерами 7 и 3. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 7? Раз, два. Ну два нет, блядь. 5 голосов идут в игрока номер 3. Игрок номер 3, вас выгнали. Ваша минута. Я ухожу красной, там некоторые мирно ошибаются, а мафы покупают ваши руки. Нет, тройка, я красная. Ухожу красной. Тройка, говорю, красная. Тройка. Я не знаю, кто. 4-5 по проверке красной, но два хуйню сказал просто. Ваш комиссар сказал хуйню, потому что я черная. Ну, типа, вы говорите, типа, по завещанию должна уйти тройка. Ну и что, блядь, по завещанию должна уйти? Я красной ухожу. Спасибо, пас. Трой. Большое спасибо, игрок номер 3. Красная. В городе ночь. Просыпается мафия. Мафия засыпает. Просыпается Дон игры. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Сейчас надо не обосраться и исследовать свои теории. Комиссар меня понял, комиссар засыпает. Бля, сейчас надо по-любому отстрелить девятку, блядь. Просто пиздец. Потому что он сам верит, типа... Мы не выйдем. Если выйдем с пинком... Просыпается город, дамы и господа. Чудо. Игрок номер 5, ваша минута. Понимаешь, пинг, в чем проблема главная? Ты говоришь, что 3-2 показывает, 4 сидит, но 2 говорил со мной тот раунд, потому что он проверил меня в первую ночь, а 4 он-то не мог знать, что она красная, потому что он проверил перед своей смертью, когда вы его отстрелили. И исходя из этого, вся твоя аргументация рушится. Я это понял потом. Вот. Исходя из этого, да, когда я сделал лицо, как будто у меня инсульт сейчас будет. Вот. Смотри, я думаю, что вы выбираете 9, игра, скорее всего, закончится. Если она не заканчивается, то... Последний маф... Нет, ну если... Ну, блин, последний маф, скорее всего, 7. Если Фил так вот дефил свою черную тройку и при этом потом типа этого не отказывался, то, ну, пусть выиграет на самом деле. Но я думаю, что Фил просто играет на красном, вот, в свою игру, вот. И... Понимаешь, Фил, если 3 уходило красный, то у нас, ну, сейчас будет... Кто у тебя черный еще раз? 7 и 9? Ай, 6, 7, 9? Я понял. Ну, это выглядит крайне маловероятно. 3. Смотри, понимаешь, все, он расстроился, потому что нашли черный. Это нормально на черном расстроиться, хотя нашли черным. Нет, нет, нет. Хотя нашли черным, и ты, ну вот, не умеешь фейкать эмоции. Красный, наоборот, типа, его нашли черным, он будет эмоционировать, он будет показывать, он будет фалить. Она просто села и расстроилась. Потом, когда ты в нее въехал, она оживилась. В общем, не знаю, смотрите, я думаю, что 9, порядок ухода, типа, 9-10-7. Вот. Большое спасибо, там... игрок номер 5. Включите веб-камеру, пожалуйста. Игрок номер 4, ваша минута. Игрок номер 7, кто черный? А три! Кто черный? Игрок номер 9, кто черный? Игрок номер 9. Игрок номер 10, кто черный? Представляю игрока номер 9. Принято. Игрок номер 9 двусторонний черный. Все. Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 4, игрок номер 7. Ваша минута. Да я не знаю насчет 9-10. Не могу. Девятка, в кого ты голосовал?
когда выводили 3... Ой, 6-7. 6-7. В кого ты голосовал? 6-7. 6. В шестерку голосовал? А Фил в семерку голосовал с тройкой. Фил говорит, сначала весна черная, потом красная. Мне абсолютно похуй. Я могу вывести девятку и десятку с городом. Понимаете? Я игрок красный. И то, что там пятерка... Короче, неважно. Смотри, двойка, он сказал 4 красная, когда проснулся. Мог пинг прикрывать. Я не хочу за них ручаться, чтобы вы сейчас думали, что я с кем-то из них черный. Девятка, да, в шестерку голосовал. Хотите, девятку выведем, потом десятку. Но десятка просто говорит, что у него восьмерка черная, потом красная. Я это не говорил, я по пальцам показал. Что ты несешь? Заебал, блядь, перебивать весна, меня. Говорил, игрок номер 10. Ты, блядь, меня перебиваешь. Ты что вообще несешь, блядь? Моя речь. Восьмерка, ты же слышал, что он говорил черный, потом красный. Потом говорил, выводим четверку, пятерку с той команды. У нас ходов столько не хватит. Девятку выставляю. А, разошелся чат, сори. Разошелся. Не принято. Разошелся. Типа, он второй ход подряд, спасибо, он апеллирует аргументом, то, что я по пальцам, я показал 8, хотя у меня палец, игрока номер 9. У меня палец с дефектом, у меня он редко открывается, блядь. Сейчас уходит, он просто с двух сторон черный, ну тут никак, это не он нравится. У меня редко открывается, блядь. Смотрите, какие палец. Есть версии. У меня семерка, типа, можно было рассматривать между 7-10, ну типа, четвертая проверена красная, якобы красная, между 7-10, если разбираться, но, понимаете, атака против 7. С кем он черный? Я на прошлом кругу это говорила. С кем он черный, получается? Типа, все его мафы его атакуют и хотят его снять. Я в это не очень верю. Ну, типа, разбегаться. Ну, скорее всего, я подозреваю, что мы сейчас снимаем девятку, стреляется проверенная четверка и оставляют нас 7, 8, 10, где десятка будет топить семерку, а семерка топить десятку. А я факт. В приоритете поставлю, ну, типа, не у факт. Меня по прошлым кругам, у меня больше семерка был красный, типа. Я считаю, что семерка больше был красный по речам, по позициям, с кем он играл. Он не вел игру не против 10, но он играл с командой 2, 5, 8 и 4. Понимаете, но он не если вел стрелять семерку... 9 и 10. 9 потом скрылся, и для него он был, типа, ближе, что это фейк. Ну, типа, ближе к черному, я считаю. Ну, как он показывал, там, что говорил. Вот, поэтому у меня семерка пока ближе к красному. Дальше будем разбираться. Спасибо, девятка уходит. Большое спасибо, игрок номер 8, игрок номер 9, ваша минута. Я вот должен перечитать и пересмотреть, где, блядь, сказано, что если по двум командам игрок номер 9, который покрывал шерифа и вел красную игру, должен быть черным. То есть, что это, блядь, за аксиома? Фу. Я просто задаю себе вопрос. У меня по остатку семерка черный, потому что, а кто что? Восьмерочка черный. Тогда. Я никого принципиально не буду выставлять, я сейчас еще и на фалах удалюсь. Ну, такое просто на фалах удаление было у черного игрока, поэтому это не оправдание. У меня есть предположение, что сейчас критика. У меня есть предположение, что сейчас критика. И есть очень интересное предположение, что эмоционал игрока под номером 8, которого все очень классно окраснили, она играет по черному с десяточкой, понимаете? Хотя десятка тоже для всех черных. Но у меня больше черный игрок номер 8 по его последней речи. Потому что такая, а, она, да, давай. Бля, кого стрелять? Стопудово. Ну, тут оставить никак. Семерку конечно, и думаю, что она черная. Просто если четверка не, может, четверка не может быть в команде значит, шестерка из девятка. Оставлять восьмерку, победить. Типа 6, 8, 9, такое возможно. Вы можете мне не верить. Второй комиссар. Ну, должна стреляться четверка. Я буду топить. Я могу восьмерку. Четверку оставить. Я прошу красных игроков меня поддерживать. Потому что мне не нравится то, что она делает. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 9. Игрок номер 10, у вас нет речи, вы можете кого-то выставить. Игрок номер 9. Игрок номер 7 принят голосование. Господа, суд, выставлены игроки. Игрок номер 9, микрофон, пожалуйста. Игрок номер 9 и игрок номер 7 выставлены голосованию в следующем порядке. 9-7. Пожалуйста, не жестикулируйте. Вы выставляли восьмерку, игрок номер 9? Мне показалось, вы никого не будете выставлять. Хорошо. Выставлены игроки под номерами 9, 8, 7. Извините, если я ошибся. Бля, речи нету, игроки пиздец, под номерами 9, 8, 7. Сука, мне показалось, блядь. Вы не будете выставлять. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 9? Раз, два, четыре голоса. Игрок номер 9. Предполагаю, что вы голосуете у игрока номер 8. Вас выгнали. Ваша минута. Ну, это нормально, потому что пятерка меня завещал. Ну, в принципе, вы, господа, вы по завещанию комиссара убили Мирного, а теперь по завещанию Мирного, в принципе, попали. Это хорошо, но проблема заключается в том, что это неаргументированный выход, понимаешь? То, что, ну, типа, для всех команд он черный, абсолютно неаргументированный.
Ну, теперь смотрите, что у вас будет за треугольник. Мне будет очень интересно наблюдать. Да, я черный игрок. Я черный игрок, но вопрос такой. Почему мой красный мув не замечается, а замечается просто пиздец, какой неаргументированный мув в мою сторону? Типа, ну, то есть никто из... Красный стол не заметил то, что комиссар вам завещал красного игрока. Зато пятерочку вы заметили. Как это так работает? Как это так, блядь, работает? Вот я должен понять. Мне очень интересно, откуда этот космос? Ладно, ну, это космос просто, понимаете? То есть вот это то, что... Вот, спасибо. Бля, можно отстрелить большое семерку. Спасибо. Игрок номер 9. В городе ночь. Блядь, кого стрелять нахуй, блядь? Просто пиздец. Просыпается мафия. Не знаю, блядь, кого стрелять. Блядь, семерку можно оставить, чтобы, типа, стрянуть в четверку. Можно оставить восьмерку. Я бы семерку оставил, и моя команда, типа, 6-7-9, потому что они затопили. Я думаю, что я четверку смогу переубедить. Надо стрелить восьмерку. Я буду восьмерку стрелять в пизду, блядь. Восьмерку в пизду, блядь. Маффин сыпает, просыпается до игры. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Не знаю, разворачивай стол в восьмерку. В четверку вообще никак не развернуть стол, что она черная. Надо покупать руку либо четверки, либо восьмерки. Купить руку восьмерки сложнее, блядь. Просыпается город. Игрок номер 8. Ваша минута. Серьезно? Ну тут с позиции, я думаю, седьмого вообще все автоматом вообще понятно. Даже не надо вообще рассматривать. Ну, если седьмой у нас красный, я с этой позиции говорю. Просто я ночью сидела, размышляла. Сейчас по-любому стреляется 4, 7, 8, 10 посидят, где я скорее поставлю руку в десятого. Ну, по его мувам, потому как он играл и атаковал седьмого. У меня просто... Да тройка красная! Кто черный? С кем рисуется черный? Если только разбегается, ну, 4 думы, и для меня... Я оставляю завещание, что для меня больше 10 черный, если выбирать между 7-10. Но я очень удивлена, что стреляли меня, еще можно было как-то попараноить. Ну, хотя нет, 10 бы, наверное, если он черный, он бы не выстрелил игру против меня и не развернул бы, скорее всего, в семерку. Поэтому, в принципе, логичный, да, отстрел. В принципе. Короче, я оставляю, что у меня скорее больше 10 черный. Ну, там уже разбирайтесь. Седьмой не делает черных, и я не вижу его ни с кем. Три красные. Кто черный, блядь? Что-то непонятно говорила со стороны девятка, что-то то ты красный, то не играю с тобой, то не играю. Шесть, черный, девять, большое спасибо, игрок номер 8. Черный бетон, блядь. Господа, выключите веб-камеру, пожалуйста, игрок номер 8. Господа, угадай-ка, у каждого из вас по 30 секунд. Первым, кто будет говорить, будет игрок номер 7. Игрок номер 7, ваши 30 секунд. Тебя оставили, понятно почему. Потому что ты уже на жестикуляции показывал, что ты не знаешь, что такое семерка. Понимаешь? Потому что ты будешь параноить. Кто с тройкой играл все время? Десятка играла с тройкой. Кто руку в семерку ставил? Десятка-тройка ставила в руку в семерку, когда выводили 3-7. Кто черный? 3-6-10, очевидно. 9! Чего нет? 3-6-10. 9! Хана, шестерка, десятка. А девять, блядь! 10 за меня руку ставили. Фол, игрок номер 7. Игрок номер 10, ваши 30 секунд. Блин, мне нечего сказать, я выставляю игрока под номером 7. Если для него девятка уходит не по чёрному... Девятка красная? И то есть, двойка для тебя... Двойка был комиссаром. Правильно. Ты говоришь, что тройка черная, правильно, шестерка черная, и я черный. При том, что второй комиссар проверил девятку, и девятка была черной, и он сам признался, что он черный. Красава, семерка, пас. Большое спасибо, игрок номер 10, игрок номер 4, ваша минута. Он не проверял девятку. Фол, игрок номер 7, игрок номер 4, ваши 30 секунд. Стреляю как номер 10, выставляю как номер 7. Принято 10. Ебать! Что он говорит, блядь? Ладно, хорошо. Просто, это вы пиздец. Понимаете? Ладно, я не буду озвучивать свои мысли, просто типа ставлю, куда я считаю нужно. Вот. Капец, насколько вообще нужно не отстреливать красного игрока, проверим. Я не знаю, мне кажется, вы, кстати, могли попробовать вызвать там восьмого, не знаю, почему меня не... Ну, типа...
В общем, ладно, проголосую, куда считаю нужным. Вот. Большое спасибо, игрок номер 4. Блин, типа четверка. Господа, может суд. Быть чисто... Напоминаю, что игроков 4 и 10 по 3 фола. То есть за один фол до дисквалификации. Ой. Игрок номер 7, у вас один фол. Выставлены игроки под номерами 7 и 10. Именно в таком порядке будет проходить голосование. Блядь, мне... Кто за семерку. То, чтобы выгнать игрока номер 7? Раз, два. Один голос оставшийся, два голоса уходят в игрока номер 10. Игрок номер 10, вас выгнали. Ваша минута. Ну, типа, бля, я маф, но почему вы думаете, что тройка для вас... Вы, бля, ну я не знаю как. Типа, я дефаю тройку, тройка красная. При этом семерка говорит, что у нее девятка красная. Хотя, типа, двойка... Пятерка оставляет завещание, что девятку надо уводить. Типа, двойка говорит на речи комиссара, что девятка черный. Для семерки семерка говорит, что девятка красный. И четверка это подтверждает. Типа, отстреливать восьмерку, это такое. Ну, как бы, согласен, что можно отстрелить четверку, но восьмерка вряд ли бы... Она играет семеркой и говорит, что против семерки игры нету. Четвертый игрок. Вот кто тогда вот со мной мафы, по вашему мнению? Вот я семерка говорит, что это, типа, 3, 6, 10. Игрок номер 4, четвертый фол, вас выгнали из стола. Ой. Стоп игра, победа мафии. Мафия 10-9, Дон 6, комиссар 2. Какое, блядь. Подкручено. Да. Проблема заключается в том, что, уважаемая четверочка, ты не заметила, как я вскрылся черной, а Фил на этом сделал большущий акцент. И твой голос по автомату должен был идти в семерку, которая секунду. Профакапила то, что я ушел нет, черным. Ты понимаешь, что одну секунду, проблема одну в том, секунду. Что смысл седьмому игроку отстреливать восьмого игрока, если что, или семь? Во-первых, всем привет. Слот здорово. Будет или только хан наливает? Судя по всему, хана вообще пиздец, в тельте. Симпл уже не придет. Поэтому... А, симпл уже не придет. Ну, в общем, понимаешь, что с позиции седьмого игрока он точно не отстреливает восьмого игрока. Позвольте одну вещь скажу. Когда получается фол на голосование, игрока уже заголосовали, игрок считается мертвым. Так что соло дисквалифицировано в любом случае, но это победа мирного города все-таки. Да. Гипертокс все-таки выиграл. Ну, есть так, просто Юра объявил победу мафии, почему-то я на стриме слышал. Подкрутил. Вот. Гипертокс в соло разъебал просто один в один, красава. Я просто вынес туда ногами. Я не знаю, я не думал, что пин такой черный. Так как, если он сам говорит, что я черный, он говорит, я черный, и это не видит четверка. А для четверки тогда какая команда? Вот как вот? Никак, блядь. Шестерка уходит, вы все голосуете в тройку. Ну, бля, ну это просто Рафлан ебало. А кто черный, 3 или 6? 6, 9, 10. Бля, семерка, ты выгоняешь, ты ставишь четверку, ты ставишь руку в девятку, он говорит, что он черный, и после этого ты выкидываешь семерку, хотя, ну, блядь, это абсурд, я не знаю, как это получается. На самом деле, я смотрел вот игру от первого отстрела, я скажу, что половина из вас такие токсики, это просто вы хуесосите людей просто на ровном месте, смеетесь на их речах, это максимально неуважительно. Давайте мы не будем так делать, потому что... Да, это жестко. Потому что, ну, типа, я не хочу вступаться за Ханну, но, типа, ее так захуесосили, ну, просто пиздец. Какое-то неуважение, я бедня. Считаю. Если, типа, соглы, блядь. Я понимаю, что мафия — это недобрая игра, но надо как-то поуважительнее. Я так за Фила топила. Прям сидела. Фил, давай. Бля, мне реально мне тебя жалко стало. Я смотрю, ты уже опять слезы. Я думаю, бля, ебать, все топят, просто пиздец. Ну, а бля, я вообще ебанулся. Когда Фил топит, ну, да. Ты пытаешься оправдаться, и не, ты ни хрена не понимаешь. А вот теперь вопрос. Вот вопрос. Вот если 7 и 4 не услышали, что я вскрылся черным, чем вы, блядь, слушаете на протяжении всех игр? И как вы воспринимаете информацию? Мне такой вопрос. Вместе черные, я думаю, чего? Бля, просто странно, типа, вы выводите... Ну, блядь, как так? Ну, потому что, понимаешь, седьмой никогда не отстрелит восьмой, восьмая точно поставит руку с ним. Только если рассматривать вариант, где седьмой, типа, отстреливает восьмую... Так подожди, а какого хрена вы тогда выголосовали девяткой, девятка сидит красной? Вы видите меня? У вас тогда игра будет... Не выйдет, и тогда выводите, типа, 4-5 выводите из других команд. А девятку оставьте в покое. Тогда будет команда 2-4-5, например. Тогда я стреляю гипертокса и говорю, что восьмерка черная по аргументации. То, что ты сейчас сказала... То, что нужно выводить того игрока, который якобы... Ой, бля, ёбаный абсурд, я блядь. Так играла несколько раз. Я в угадайке трижды оставляла игрока, который сказал, что поставит руку в меня. Трижды на разных игроках. Когда-нибудь это я вам покажу, дочку. Я говорила, если бы я была на мафии, я бы тебя ни за что не оставила. Я пыталась причем и использовать этот аргумент, и не блин, использовать. Я не знаю, можно... Надеяться, что человек это сам думает. Я думал, что типа ребенка невозможно так любить, но... Это... Ну, тут на контрлогике. Нет. Уверен, что я буду самым лучшим лучший папой. Не поставит с тобой руку, все. На мафии. Соло. Нет, ты можешь на контрлогике же выяснить. Соло, я тебя умоляю, никогда не используй логику, вообще никогда не используй логику о том, что этот игрок
Вообще, да, все, просто никогда не используй логику соло. Все, все, достаточно. Нет, реально. Самым лучшим. Никогда нельзя использовать. Давай, давай, пока. Не поиграли, пока. Короче, никогда не используй логику, что типа отстрелят игрока, который поставит с ним руку. Потому что, как бы, мафия... Я чуть-чуть, конечно, это самое. Вот, по моему мнению. Старался нормально сыграть. Мафия должна стрелять орел-решка вот так вот. Просто подкидывать монетку, хорошо, Елисей, и все. Ладно, не про отстрел, просто восьмая говорит, что с седьмым нет команд, седьмой красный, восьмая... Я по завещанию сыграла, допустим, так. Хорошо, такой момент. Ты как завещание, если девятка говорит, что он черный? Я вот это не могу понять. Девятка черная. Ну, вот, все голосуют в тройку. Я не знаю, бля. Не будет переворота фрейма, когда я говорю, что черный. У меня было сомнение, когда седьмой говорит 3-6 вместе черный. Честно. Мне нравится, мне нравится, мне нравится, как пинг на черном всегда душит гипертокса. Вот я понимаю, почему ты меня отстрелил. Потому что я бы его задефал бы и влетел со стола. А у меня по-другому никак. Только так надо. Черный всегда. Только так. Там я просто не вывел. Слушай, Елисей, а ты смотрел игру? Вот кого стрелять? Типа, условно говоря, можно проверенную. Типа, я думаю, что я могу четверку, а восьмерка настолько дефала типа семерку, что кого Фил, стрелять? Либо полностью стрелять семерку и разворачивать какую-то восьмерку, блять. Я всегда считаю, что надо стрелять красную проверку. Потому что на угадайке происходят мистические вещи. Угадайка — это не игра. Угадайка — это ебаный, блять, круг волшебников. Вот этот вот треугольник иллюминати. Вот, там может произойти все, что угодно. Но в красную проверку никто руку не поставит. Ну, а у меня сильно отстает звук, да, от камеры? Нет, вообще по-моему, не на четверть секунды. Бля, это бесит, пиздец. У меня вебку забрали. Я, чтобы вы понимали, короче, с телефона херачу. У меня телефон подключен к Дискорду. Я позвонил себе с телефона в Дискорд. Захватил Дискорд. 40 лет назад мой отец ушел за хлебом, и только вот сейчас я видел тебя, батя. Папа, Фил, вернись к маме, останься лучше папой для меня. Байбл там. Кстати, сегодня прошел... Только проблема в том, что мне не 40, так что ищи своего нового батю. Фрида, прости меня, пожалуйста. Сори, но я не вот твой батя. Есть ощущение, что там не было возможности не кидать руку в шестерку. Вот как раз вот это было. Я просто, если бы нее не кинул, то я и того бы не прожил. Не-не-не, все ок. А мне единственный вопрос. По-моему, я выставил шестерку. Вот. Не-не-не, меня восьмерка или... выставила. А, тебе выставил. Вот я боялся, что я тебя выставил, то есть по не, факту... Не, тогда ок, я думал, что я пиздец заруинил в этом плане. Фил, а ты на угадайке выставлял семерку? Да, выставил. Сам, в самом начале речи выставил семерку. А, я просто этого вот не услышал, и мне показалось, что типа Соло сказал, выставляю 10, выставляю 7, и типа принимается 10, и я подумал, что ты семерку не выставил, это было бы неплохо. Нет, там Артем мне выставил 10, Фил выставил 7, а Соло выставила 7, 10, что она 10 означает выставление 10. Она, да, 10. Правильно? Она, да, но она 10, 7 выставила. Теперь я знаю, что такое задержка при 7, голосовании, 10. Ну, 10, когда 7, я в момент порядке поднял руку, а в Юре прям бетон, оно пришло позже. Бетон 10-7. Да. Фил, я твой батя, тебе, тебе 40. Когда дисквал в игрока уже проголосовали... Понятно, понятно. Он выгнан из города, понятно. Он не договорил речь. Я понимаю. Он уже в момент того, когда я говорю, вас выгнали... Сейчас объявится батя, и потом, блядь, расскажет, что, блядь, сына, я тебя, блядь, ебал все детство. Я же не поверю, блядь. Игрока получит по четвертому. Я же не поверю. Я же не поверю. Осуждай на всякий случай такие шутки, блядь. Ну, хотя, мне кажется... По идее, это победа красных, но ничья по правилам. Ну, вообще-то, мне кажется, что у нас было всегда так, что ведущий решает исход игры. Да не-не, ну понятно, да, все правильно. Вообще, абсолютно. Ноль. Елисей говорит, все правильно. Деспот, диктатор просто. По правилам, да, но ведущий может дать предпочтение. А. То есть по любым причинам. Ну что, кто шафлит? Господи. Сейчас. Я бы поиграл, если есть такая возможность. Ну, вообще, я могу провести пинг. Если хочешь провести, проведи. Давай проведу. Тебе будет удобно вести с этим? С Фил, в мафию поиграл, молодец. А теперь слушай, что хочет чат. Хотим проведу продолжение хоррора. Всему чата зашла игрушка. Другого выбора нет. Хоррор или бунт, чат репост. Вы не против? А то я, да, мужики, нормально сидим, бля, без агрессатуры. Фил, я твоя бывшая, когда отдашь мои деньги? Пошла! Господи, нахуй! Виртуальная веб-камера от ОБС — это лучшее изобретение. Да, ты прав, если 10-7. Ой, бляха, не говори, бро, это вообще капец. Это просто, это такое счастье. Единственное, пересвет с телефона пиздец какой-то происходит, ну ладно. Бля, я был уверен, на самом деле, что четверка поставит руку в семерку. А четверка... Пинг, а я могу тебя попросить, да, одну вещь, забейте, пожалуйста? Можешь, пожалуйста, давай, озвучить голосование и посмотреть, какая у меня задержка? Думаю, заметил... чат, вы поняли. Артем, давай я тебе кое-что расскажу, что я заметил. Смотри. Раз, два. Еще раз. Раз, два.
Ну, ты под конец прям поднимаешь. Нормально. Ну, я поднял прям на раз. Смотри, Артем, игрок номер 9 говорит, что он комиссар, вскрываясь при девятке, говорит, что 4 красный, говорит, что у него игрок номер 7 черный, затем он докидывает руку в игрока номер 6, а потом он уходит и говорит, что для него черный игрок номер 8. Он назвал 7 черным, докинул в 6 и назвал 8 черным. Тройки черных 6, 7, 8 нет, даже если кто-то оценит это очень пьяным. Поэтому игрок номер 9, бетон черный. Когда ты говоришь, что 3, 6, 3, 6, 10 это мафия, этого не может быть. То есть, типа, мафии 6, 7, ну, типа, он говорит, что мафия 6, 7, 8 получается, по его суммарным аргументам. В то же время он, типа, не говорит, что 3 бетон красные, он голосует в 3, помимо всего. Все голосуют. И еще он не говорит, что 10 красный, он не говорит, что 10 черный. Вообще про ничего не говорит. То есть, типа, в твоей парадигме угадайки ты должен прям, типа, ты должен говорить мафии 9, а потом другие слоты. Потому что 9, он самый черный из всех. Для него мафия 6, 7, 8, он голосует 3, а про 10 молчит. Вот. А можно вопрос от комиссара? Я, наверное, более опытный, если у меня это вторая игра на комиссаре за последний месяц, maybe, смотрите. Если бы я проверил 10, я хотел 10-го проверять. От этого у меня 4 стояло бы. Ну, смотрите, у меня 5 проверенных красных. 3 у тебя должна быть красная в любом случае, потому что игрок номер 9... Если ты проверил 10, то 3, по идее, должна быть красная. Типа 10, говоришь, что 3 красные, а вы почему-то уводите 3 вперед. Тройку. Вы уводите 3 вперед 10, это значит, что вы считаете 10-го тупым красным. Свет, знаешь, что я считаю? В обратной ситуации он черный. В той ситуации проверка 5. Так же, как и тупым черным, блядь. Так же, как и тупым черным, блядь. Получается, понимаешь, если ты говоришь, если ты говоришь, я красный, 3 красный, будет 3, значит, твое мнение как бы не считается. Ой, блядь. Короче, смотри, я тебе скажу так. Как построился стол, тебе именно повезло, что 5-4 оказались оба красными. Но по-хорошему проверка 5 красный, да 4 черный. По-хорошему. Ну, вот, ну, тут смотри, просто фартануло. Когда ты проверил 5 красные, а потом на второй круг 4 и 5 показывают, что они считают друг друга красными, и тебе не нужно меня проверять. Ну, не можешь 4-5 прям так сидеть, после того, как 9-й советский комиссар говорит 4 красные. Ну, может... на второй круг, не знаю, мафия прикольная игра. 5 красных, мне нравится. Когда ты говоришь 4, пока типа сам пистол говорят 4-5, все, разного цвета нет, 4 не проверяется. Пинг, а знаешь, что еще я тебе хочу сказать? Да, знаешь, как? Смотри, Фрида проверила 2 на комиссара первую ночь. Если бы Фрида как-нибудь дала динамику, что 2 комиссар, ты вскрываешься с проверкой 2 красный, и в тебя вообще нет игры просто никогда. А там было так я тут сказала, что типа я верю двойке, играю с двойкой, пятерка, железобетон, красный, потому что я его не только проверила, двойка еще в своей речи сказала, что пятерка, железобетон, красный. Это было понятно. Не въехал в пятерку, да. Да, и поэтому я как бы своей речи сказала. Блядь, так все долго говорят, блядь. Мне просто еще, когда пинг скрылся, калит, то, что единственное, двойка комиссара, вроде по его речи было понятно, зачем ты скрываешься. Вот это такие большие паузы, что это просто пиздец. Вот, а я не знала, как просто понять. Очень быстрые паузы. Ну, как, ну, как бы, за нашим столом, ну, за круглым, не в вебках, это был абсолютно нормальный мув. Не, кстати, мы когда с 89-х в НФ играли, тоже. Покрывать шера, и вот у меня, то есть, сложилось впечатление, что все меня поймут. Пятерка ушла куда-то. Что я покрываю двойку. А оказалось, что никто, блядь, меня не понял. Ты очень плохо вскрылся и дал такую проверку, знаешь, ну, типа... То есть тут дело было не вскрытие, подумала, дело было в моей позиции. Я подумала, что ты покрываешь шера, но потом, когда все показали, что ты черный, плюс ты рисуешь команду 7-8, шер. Точнее, ты говоришь, бля, мне шер, 8, типа, скорее всего, черный, шер, когда 8, там, шер, шер, мне очень, это типа, слово триггерит. Так же, как мне очень сильно триггерит Бинзак, когда, я помню, мы играли в это, в 7 Days to Die. Эх, было время, мужики, алды помню, когда мы играли в 7 Days to Die. Вот, и это самое. Все ставятся? Да. И Жир говорил, что это сам Бензак. Бензак. Мне было нужно. Бля, такой триггер. Шер тоже для меня триггер. Дать понять шерифу, что я Шер, блядь. Не беспокойся, чтобы тебя не стреляли. Это все. Это моя основная позиция. Потому что если бы я вскрылся шерифом и сказал, типа, двойка красный, то а как? Он скажет, ты что, дурак, я шериф. Ты даешь двойка красный, а потом откатываешь на следующий круг. Я откатал на следующий круг, сказав, что четвёрка красная. Смотри, ты скрылся с проверкой 4. Я чекнул роли, и то есть я правильно понимаю, что Фил на черном крышевал красного, который был слабой речью, и выиграл потом. Я правильно понял сейчас? Проиграл. А, проиграл все же? Ну ладно. Проигранный город выиграл. Но если бы выиграл, это было бы инсейн. Это просто я бы Филу просто, не знаю, целовал бы ноги. Фил, я думал, победит. Знаешь, почему, в чем прикол? Прикол в том, что ни семерка, ни четверка не услышали моего вскрытия черного, вообще ничего не сказали по поводу. А Фил это услышал и на этом сыграл. А четверочка не услышала. Всем было похуй, да? Я услышал. Да. В смысле, я... Но у нее была больше аргументация, то, что восьмерка, типа, и семерка, они более красные, чем... Короче, там просто вопрос в том... Я знаю, что...
Смотрите, я смотрел от лица Юры, и просто когда Гипертокс говорит, что для него типа 9 красный, вот, Юра типа дает речь уровня «Гипертокс, ну зачем ты сливаешь Гипертокс?» Потому что Пинк реально признался черным. Как можно было 9 вот, дать красный? Вот, вот. А четверка этого не увидела просто, и все. Там в этой ситуации даже можно было дать 6 более красным, чем 9 на самом деле. Потому что 9 признал. А, тогда, когда я дала 9 красным, там без разницы, какая проверка. Да не когда ты дала, когда семерка говорит, что для нее 9 красный. Как он для тебя может быть семерка красный? Вот вопрос. Как вот после этого слова, что типа девятка красная для семерки, и ты такой, ну ок, блядь, значит, девятка красная. Ебать, ну хотя хуй его знает. Я сам признался, когда меня проголосовали. Я если еще бы 10 человек осталось бы на столе, я бы сказал, что это команда 2-4-7, потому что, ну типа, блядь, потому что двойку ходила, типа, фейк, ну, блядь, Тетрафлан ебало тогда получалось. Такое. Ну ладно, бог с ним. Вот в таких, кстати, канонических штуках иногда происходят несостыковки, когда ты думаешь, что по твоей схеме играет стол, а оказывается, что... Какой схема? А что такое схема? Ну, и ты как, ну, хуй с ним. Между 4-9 нету двух красных игроков просто. Логично. Что, может, начнем? Мужики, может, начнем? Сыгла, 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 сыгла. Поехали. Сыглы. Да, кто шафлит, кто шафлит? А, Елисей, ты ведущий. Боже, Елисей не играет. God bless. Просто альхамдулила, слава богу. Елисей, помешай нас, пожалуйста. А как будет типа, слава... Слава Украине. Слава Украине, героям слава, это правда? Офигенная катка, где ломается... Попил Елисей, в черном, приведешь пил? Да, неси стрелять, Алина остается. Я веду. Камера тогда идти. Я сразу дам секунду, пожалуйста. А что такой теплый стал Елисей, кстати? Юр, у меня забрали вебку. Вебка уходит! Когда ушла вебка? Куда ушла вебка? За компом вслед, Елисей? Вебка уходит только в треугольнике. Перестань терять, типа, бытовую технику. Почему от тебя она уходит, типа, оргтехника? Типа, комп ушел. Елисей, а что за история с мультиваркой? Это мне сегодня кто-то в чате писал, я не поняла отсылки к шутке. Короче, мне пишут, типа, где розыгрыш мультиварки? Вот. Че за розыгрыш мультиварки, блин? Это, случайно, не мультиварка этого самого, не жирного, мужики? Слушайте, не жирного мультиварка. Юра, 8, Соло, 10. Генезис 4, Фрида 3, Гипертокс 9, Весна 7, Пинг 5, то остался Фил 6. Фил 6. Короче, мне заходят в чат, пишут, Елисей, когда розыгрыш мультиварки? Я так понял, что это с какого-то другого стримера, типа Рофл. Вот. И типа, какая-то хрень. Я говорю, мультиварка, что за бред? Вот, мне давайте. Да, мультиварка. Подожди, мультиварка. 200 рублей. Ты говорит, жирный тоже разыгрывал мультиварку, блядь. Я начинаю орать, что мультиварка черный. И после этого мне прилетают донаты от чайника. Бля, жирный тоже мультиварку. Или что он там разыгрывал? От кастрюли. Жир точно, вот, бля, мультиварку разыгрывал. Я сказал, что, короче, кастрюля, мультиварка и чайник — это тройка черных, а я комиссар. А как же аэрогриль? Бля, Головач мог только это самое. Головач мог только обогреватель разыграть. Меня снесли. Мне кажется, бля, Головач все равно наебал сироток. Я оставил обогреватель себе. Бля, ну за Головача Бэбл там, на самом деле. Сока начал говорить, что не нужно его втягивать в эту хуйню. Ну, короче, там полный трэш происходил. Вот, в итоге, типа, мне вызвали санитаров, потому что я разговаривал с чайником. Елисей, тогда скажи, какой у тебя цвет в этой игре? Вот мирный? Мафия, комиссар или Дон? Бля, а так долго я ебал рот, очень долго. Не знаю. Типа вот эти сборы, это просто пиздец, это максимально долго. Я был не Twisted Fate, а Gangplank в Тулупе, блядь.